Сегодня у нас подготовительный день. Сейчас вот вытащили с контейнера арматуру. Было куча мешков. Вытащили сюда арматуру. Сейчас поедем на линию. Будем на 12 опорах вешать крепежи. Вот ребята сейчас собирают арматуру. Для чего мы это делаем? Потому что завтра хотим поднять 1,5 километра на линию 110 киловольт, кабель 15 килоньютонов. Сейчас вот вытаскивали мешки, тут целая куча мешков, не подписанные были, искали скобы. Тут вон, видите, какая гора. Вскрывали их, потому что были сомнения, что там правильно. Вот тут у нас бардачок наш. Вот, кстати, виброгасители завтра нужны будут. Почему готовимся на земле? Потому что, видите, вот пластина лежит. У нее несоосно просверлено вот это отверстие. И сюда не попадает болт. То есть это надо брать напильником. Вот тут, видимо, то ли сварка там или еще что-то. Или это прожигали. Это, скорее всего, я вижу конус. Это, скорее всего, плазмой прожигали ее, делали пластину. Ну, в общем, она... бракованная, чтобы это не на люльке там или не наверху там на поясе висеть, собирать. Мы все это делаем на земле, готовимся. Собираем все, развешиваем. Сегодня ролики повесим на опоре, перекинем веревки. Вот, а завтра поедем протягивать кабель. И, соответственно, крепеж уже должен быть висеть на опорах. Так будет быстрее и удобней, чем сразу этим заниматься. Вот там вот находится подстанция маленькая. Через сколько опор? Раз, два, три. Вот за той, за третьей где-то она. Но здесь более-менее. Тут движника нет, только вот машины стоят на клумбе. Вот здесь вот дорога такая. Довольно, смотрю, интенсивно ездит. Но тут вот чья-то оптика. Она нам будет помогать. Мы на нее закинем, когда протягивать будем. Потом вот сложный момент. Тут, блин, парковка целая. Разворот троллейбуса. Ой, как вот троллейбус. Маршрутка. И в ту сторону пошли два пролета по 200 с чем-то метров. Под каждым пролетом там магазины, парковки. Я вот не знаю, как мы это будем, конечно, вытягивать. Тут и не трос-лидер за раз не протащит. Тут если тянуть, то сразу нужно оптику. И, наверное, как-то, наверное, будем... даже не знаю, куда дальше. Отсюда туда растянуть. Вероятно, так и будем делать. Где-то вот ставить на этом пятачке. Потом восьмеркой будем, наверное, разматывать, скидывать километр кабеля. Здесь сделать здоровую восьмерку. И вытягивать вот до той опоры. Сейчас покажу, тут никто не едет. Вон она, опора стоит, видите? Анкер. Потому что за той опорой потом дорога, троллейбус там идет. Такое шоссе очень... интенсивное движение. Но там троллейбусные провода, куча там СИПа висит. Там можно будет положить, оно не упадет на дорогу. И вот получается там раз, два, три. Там пролет 240 метров над этой дорогой. Ну и потом два маленьких или три там маленьких, сейчас не помню уже. Вероятно, так и будем делать. Самый сложный, это, я считаю, вот эти два пролета. Даже тот над троллейбусом, он не так сложен, потому что там... за шоссе, за этим, там уже кусты какие-то заброшенные. Там можно будет его там на ветки деревьев положить. А вот здесь у меня такое ощущение, придется собирать толпу, придерживать его руками. Потому что каждые 20 метров, наверное, нужно будет кого-то ставить. Тем более мы пойдем не со стороны дороги, а пойдем с той, с левой стороны. Нам с той стороны дали добро и службы ЛЭП. Хотя по проекту с этой мы должны были тянуть. Вот так вот по городу работать сложно, блин. Так, машина уходит. Сейчас ждем вышкаря нашего. И будем начинать с этой опоры крепить крепежи. Сразу ролики ставить обводные. Не знаю, нужны они нам будут или не нужны, но будем ставить. Лучше сразу повесить, снять-то его 3 минуты.
его вешать долго. Да, задача. Видите как? Вот здесь мы должны, а тут как раз вот она маршруточка. Мы будем отгонять, наверное, машины. Все будет понятно в процессе, наверное. Потихонечку крепим арматуру. Что мы делаем? Вот то, что мы утром собирали, вешаем на опоры туда, под самый верх, под траверс. И вешаем ролик. И на него вон веревочку накидываем. Веревочка помогает. Так, забирай сразу. Каску, веревку. Веревка помогает во время протяжки кабеля, когда мы его разматываем. Опа, вылез. Она помогает сделать это очень быстро. То есть, чтобы не тащить кабель по кустам. Тут вот перекидки всякие, все это вот будем сопли эти перекидывать. И подходим сюда с лестницы, веревочку отвязываем, через ролик перекидываем. Конечно, плохо, когда веревка там на ось слетает с ролика. Ну, тут надо просто аккуратно очень делать. В любом случае, если обманулись, как бы соскочила она, неаккуратно сделали, ну тогда либо вышку подгоняем, либо если свободный кто-то есть, подбегает, уже туда залазит, поправляет. Все, разматываем, и вот с той стороны будем крепить и уже сюда опять подъезжать, вытягивать все это. Вон та опора возле дома, откуда мы утром начинали. То есть тут у нас получается 3 пролета по 170 метров. То есть тут получается 500 метров. И там больших 3 пролета больших по 200 с чем-то. 2 по 220, 1 240. То есть там получается 700 метров. И через автосалон. Сейчас не знаю, будем искать там начальство, чтобы машины чуть раздвигали. Там автопарк такой, не знаю как там. Старые машины вроде, но все равно. Тут опора здоровущая, куда достанет, там и будем крепить. Да, вот этот пролет тяжелый, вот он, 240 метров. Тут детская площадка, елки, блин, кусты. Ну, будем разматывать вдоль дороги, а потом как-то поднимать, веревками оттягивать. Тяжелый пролет. Вот я до этой опоры докреплю, а потом туда вот будем, сколько тут, 240, 170 и там, по-моему, 60 метров еще один маленький. И туда будем остаток кабеля весь сматывать. Причем там подъезда нет на люльке, тяжело, там строение. Сейчас туда подъезжали, смотрели. То есть туда перетянем сперва, там закрепим кабель, а с этой стороны я уже буду... уже натягивать лебедкой, потому что с той стороны мы не сможем подъехать. Парк какой-то. Опора. О, принтер валяется лазерный, бесхозный. Ну что, куда он нас поднимет? Надо бы как можно выше. Сейчас все три стрелы вытянет. Сейчас болтать будет, ого-го. Ладно, руки освобождаю. Вот цепляйся давай. Цепляйся, я тебе говорю, зацепись сюда. Конечно. Так, добрались до автосалона. Еле загнали сюда машину, пришлось разгонять тут. Транспорт чуть-чуть расталкивали. Вот тут проезд закрыт был. Вот в этой газели мужик ключи забыл. В замок вставил их, двери закрыты. Походил, говорит, не знаю, пацаны, как, говорит. Я говорю, ладно, пропихаемся. Ну и вот здесь тоже подошел, говорю, нам в четверг надо будет тут коридор сделать. Вроде там он выкуп автодорого.
не совсем трезвый мужичок такой. Когда, говорит, четверг? Да, четверг все сделаем. У нас вот на этой опоре будет стык. Здесь будет муфта, а вот туда, это в другой город линия уходит. Это когда-нибудь в следующем десятилетии, наверное. А мы пойдем вон туда, по тем опорам, по ленинградкам. И отсюда не видно. Ну, в общем, где-то 1,5 километра. Это у нас, грубо говоря, середина линии. Это у нас район тут, автомека наша. Видите, автосалоны тут различные. Вон тут сколько. Там вот тоже нужно будет этот Рено раздвигать. Провод над ними, чтобы не распилить эти дастеры. Так, ну тут нам сильно высоко не надо. Ну тут, в принципе, мы вышку вплотную подогнали. Сейчас под траверсами там подкрепим, нормально будет. Смотрите, где мы. На первую свечку приехали. Которую у нас их всего на 3 километра, 3 штуки. Приехали сюда, все анкера развесили, которые у нас по планам на строительную длину. Приехали сюда с самым маленьким хомутом, который вообще продается, ХП-450. И вот он здесь большой, в этом месте. То есть сейчас вот померили рулеткой. Тут у нас диаметр получается 130 сантиметров всего лишь. А хомут ХП-450, это я не знаю, что это. Это, наверное, диаметр. Хомута диаметр. Как там посчитать? Ну, сейчас приеду, буду высчитывать, сколько сделать. Придется его разрезать и на несколько сантиметров делать нахлест и варить. Вот. И что здесь у нас? Ну и у нас таких две опоры здесь. А третья опора, по-моему, новая там. Видите, как высоко приходится подниматься на уровень. Практически провод, а то и выше. Не, выше не будем, наверное, на уровень сделаем. Смотрите. Видите, пролет 200 с чем-то метров. И провод очень-очень низко силовой опускается. То есть он, наверное, ниже сейчас, чем мы. Наверное, метра на 3. А, какие 3 метра? Наверное, еще ниже. А точка у него крепежа на анкере на том, смотрите, выше нас, наверное... Мы там даже не могли достать люль, стрела она полностью выдвигалась полностью, мы не могли достать. Здесь у нас сколько? Одна и вторая чуть-чуть вылезла. А там мы не могли достать, наверное, метра, наверное, 3 еще не хватало. Ну там и ниже, опора ниже стоит. Вот такие тут приколы. Вот я ходил уже в магазинах в этих, попугал, где рыба написана, следующий. Говорю, завтра вам будем тут кабель тянуть, по крышам бегать. Оборвем ваш свет весь, эти сопли, которые. Ну, я так пугаю. Надо сейчас пойти сказать, что отбой. До четверга. В четверг нам дают отключение вот этой линии. Потому что пролеты большие. Если ветер будет, чтобы не было схлестывания. Когда будем натягивать, тут оптику будет болтать. Вот. Все, Майна, поехали. Так, ну, в общем, доехали мы до той опоры. Там получилось... Что получилось? Там получилось так, что опора тоже старая, не новая. Это что-то я попутал, видимо. И она такой же толщины, как и те две предыдущие. Хомута 450-го. Там будет много. Так, а сколько? 450. А ну-ка померь вот так. То видно, что он яйцом. Сколько? Тут 43. Ну, давай будем считать, что он не 450, а 440. Так, я хочу 44 умножить на 3,14. 138. Вот, это ближе получается к правде. Смотрите, у нас диаметр опоры 130. Мы мерили веревочкой с яхой, потом замеряли рулеткой. Тут 138. Итого, что мы будем завтра делать? Сегодня уже неохота этим заниматься. Завтра сделаем с утра. Мы, значит, режем его вот здесь и там режем, с той стороны. Нам надо уменьшить на 8 сантиметров, да? Получается, две стороны, это 4 сантиметра нужно согнать с каждой. Чего 7? 78, по 7. Ну, 7 сантиметров. Там 130 было ровно. Тут 138, ты говоришь. Ну вот смотри, по нулям как мы меряем? Режем, да? Получается, в двух местах каждый вот этот
сектор режем пополам и делаем нахлест по 2 сантиметра. Итого мы убираем. Подожди, а по 2 сантиметра? Нифига. Надо 4 сантиметра тогда делать. То есть, если мы делаем нахлест по 2 сантиметра, 2 всего берем. Сделаем 4, здесь и там 4. Вот, видишь, как 4 сантиметра. Видишь, как хорошо, что сейчас думаем, как делать. Убираем по 4 сантиметра, варим стык. Ой, стык. Варим нахлест, по бокам варим, здесь соединяем. Потом бы красочку. У нас где-то было чуть-чуть, по-моему, белой краски. А ну-ка, посмотри, вон та вот. Краска. Вон, левей, вон краска. Левей, ниже. Краска. Пустая. Ну ладно, завтра где-нибудь купим. Подкрасим, нам без разницы, чем подкрасить. Но можно сделать его на сантиметр меньше, потому что он у нас вот на болтах вот так отстегивается, чтобы он там в натяжку шел немножечко. То есть можно будет сделать тогда не 8 сантиметров, а 10 усадить. Вот так будет, в принципе, нормально. Ладно, все, этим завтра будем заниматься. Может быть, что-нибудь там и заснимем еще.